а тут что-то строят прямо там. Такое серьезное. Обычно я тут выходила. А, подождите, а тут же бутс должен быть. Да, бутс есть. Но прямо над ним такие краны и что-то там так быстро опускают. Прямо страшно идти в этот бутс. В бутс мне надо зайти за витаминами. Витамины я собиралась покупать. Пора бы уже купить. Иначе потом не будет времени. Ну ладно, поехали. Тут всегда на углу магазин такой цветов. Цветы вообще на любой вкус. И кошелек. И мы идем в Boots. Boots – это магазин косметики и медикаментов. Здесь есть фармаси внутри. Фармаси – это когда выписывают тебе рецепт, доктор, и ты уже по рецепту проходишь. Ну и всякая косметика. Ага, его просто сократили, он стал таким маленьким. И что-то там строится. Окей, понятно. Ну, косметику мы не будем покупать. Мне надо найти витамины. Витамины. Здесь у нас все косметика, косметика. Виши. Номер 7, Лореаль. Пойду искать витамины. Sorry, where can I find vitamins? Where is the steps? Just take the lift. Ah, okay, okay, thanks. Побежали в лифт. Так, где у нас тут витамины? Ага, вижу. Sorry, excuse me. Так, витамины, витамины. Beauty hair. Нет, это нам не нужно. Peppermint oil тоже не нужно. Где же те, которые мне нужны? Вот типа таких я покупаю. A to Z. Только я беру обычно витамин B12 или 6. И вот маме надо магнезиум. Ого, 6,50 стоит. Веган. А, потому что веганский, понятно. Веганское все дорогое. Мультивитамины нет. Витамин D. Вот витамин D мне нужен. Sorry. 3 по цене 2. Отлично. Сколько он стоит? 90 таблеток. 2,30. Бонс. Написано для бонс. Так, читаем. Витамин D supports healthy bones and muscles. Витамин D3 is the most bioavailable form of vitamin D. Contributes maintenance of normal bones, muscles and teeth. Supports, короче, для костей, мускулатуры и зубов. Supports normal function of the immune system, для иммунной системы. Витамин D еще от солнца идет. Не знаю, брать не брать. Сейчас посмотрим, что еще есть. Вот, B12, 3 фунта. B12 для энергии. Energy написано. Энергия, да. Она всегда необходима. 60 таблеток. Мне очень сильно помогло B12, когда у меня погиб брат, и моя вся иммунная система очень сильно ослабла. That supports the overall health, including... Ой, не показывай. Including healthy red blood cells, formation and maintaining a normal nervous system. Для нервной системы. Вот оно мне очень хорошо тогда помогло. B12. B12 беру. Что тут еще есть? B6 еще бы найти. Комплекс B не надо. Iron, железо, тоже не надо. Омега-3 oils, 3,6 и 9. Гарлик даже есть. О, прикольно. Чеснок в таблетках. Такого я еще не видела. 7 фунтов. Еще мама сказала купить витамин А. Но я его не вижу. Есть A to Z.
это тоже A to Z. A to Z. Это все. Это типа мультивитамин. Магнезиум 6,50. Наверное, возьму тоже для мамы. Или 180 таблеток 10,50. А за 6,50 сколько таблеток? 60. Да, конечно же, лучше 180. Так, что тут еще есть? Экстракт. Чего? Кренберри. Клюква. А вот есть витамин С. Витамин С мне не нужен. Мне нужен цинк. Цинк. Витамин С. Бьюти. Skin, hair and nail. Витамин Е, наверное, возьму. Вот это как раз для бьюти, да. 90 таблеток. Сколько он стоит? 8 фунтов. 8 фунтов. Наверное, возьму витамин Е. Попью. И будут у меня волосы и ногти вон уже все облезли. Надо их поправить, пропить. Ногти надо лечить. Ну и зубы поддерживать. Витаминки — это хорошо. О, Boots магазин. Мне, кстати, как раз еще надо посмотреть в нем. Немного витаминов еще подкупить. Pharmacy и beauty, то есть медикаменты и косметика. Пойдем в self-service. Еще витаминов подкупила. Так. B6 взяла. Витамин B. Маме взяла омегу-3. Fish oil. 9 фунтов. И идет скидка 3 за 2. И теперь платим 12. Это сколько получается? 11.30 и 3. 14.30, а мне надо заплатить 12. 12 фунтов. Есть у меня такая карточка тоже. Я. И теперь еще 2 фунта. 2 фунта. Закидываем сюда. И 10 фунтов. У меня есть еще 20-ка старая, надо ее использовать. Вот она. Поносим сюда. Все. Все оплачиваем. Ждем сдачу. Чек нам уже вышел. И 3 пятерочки. Отлично.